Мужья следят не за женами, а за собой. Вот загуляла жена, купи костюм новый, смени прическу свою дурацкую, сходи на курсы какие-нибудь, развивайся, чтобы ей с тобой интересно было, прокачай свою мужскую энергию, будь мудрее, промолчи там, где надо, ничего сложного. Привет, родненьки, с вами Эммануэль, и сегодня мы поговорим об изменах. А именно то, что я очень уже часто начал видеть, вот такие вот ролики, где роднулечки оправдывают себя в изменах. И с каждым годом становится таких видосиков все больше и больше. Видимо, они с каждым годом все больше и больше изменяют. И для них слово «муж», «семья» ничего не стоит. Но в принципе, когда и мужчина изменяет, все то же самое. Для них слово «семья» и «жена» тоже ничего не стоит. Поэтому запомните, когда человек изменяет, независимо, девушка это или мужчина, только он виноват в этом, никто другой. И за измену он либо шлется на три буквы, либо давным-давно пора вводить наказание за измену, как и в Уголовном кодексе, так и в Семейном кодексе. Какие наказания, ну, я еще пока не знаю, над этим надо думать. Очень серьезно думать, и тут рассуждений можно на несколько часов этот ролик сделать. И еще хотелось бы сказать то, что вот таких вот роликов должно быть намного, намного меньше, потому что, которые мы сейчас смотрели, потому что такие ролики очень пагубно, отрицательно влияют на семейную жизнь, на семейный институт в нашей стране. С вами был Эммануэль. Пока-пока. Всем добра, счастья, любви.